Алло, Добрый алло. День, коллеги. Да, здравствуйте, Владимир Миронович. Добрый день. Значит, меня слышно, это хорошо. А я потерял звук. Так. Так. Теперь... Так, можно успеть еще что-то сделать хорошего, да? Целых 7 минут. Целых 7 минут, да? Да. Так, хорошо, отключу. Михаил Дмитриевич, добрый день. Здравствуйте, Леонид Антонович. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Очень рад вас видеть. Не только слышать, но и видеть. Так, нужно, небось, зарегистрироваться. Да. Вам пришло извещение? Нет, нет? Не нужно. Он же не член, он оппонент. Да, Дмитрий Сергеевич, ты пока отвечай на эти вопросы, а то я напутаю. Не нужно, Юрий Николаевич, не нужно. Не нужно, прекрасно. Тогда я... Вам повезло, сегодня вам повезло. Отлично, сегодня мне повезло. Тогда все в порядке, я скоро доберусь до стационара и... До стационарного компьютера, имеется в виду. Да-да-да. Не лазарета стационара, а компьютера стационара, я понимаю. От этих телевизоров машинка садится 6 секунд. Итак, добрый день еще раз, уважаемые коллеги. У нас 5-минутная готовность.
Поэтому прошу всех членов диссертационного совета включить свои камеры и включить микрофон. Отлично. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день всем. 5, 6, Вишневецкий 7, да, вот все. Отлично. Да, он должен подключиться, пока я его не вижу. Ну, у нас еще время есть, 5 минут, ждем пока. Спасибо большое. Я еще Щетинина здесь не вижу. Появился. Щетинин? Да. А, замечательно. Добрый день, Кучерявый Евгений подключился. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Значит, не Щетинин был. У вас самое живописное видео. Хорошо, сейчас одну секундочку. Хорошо, хорошо, это замечательно. Раз. Евгений Юрьевич, тебя не видно в сеансе. Я пытаюсь зайти, пока не удается. Что? Что мешает? Ну, не знаю, но в этот ваш сначала в эфир зайти надо. Так, войди по ссылке. Свяжись, пожалуйста, с Кулябовым, хорошо? Если можно, побыстрее, Жень, прошу тебя. Побыстрее, конечно. Добрый день, уважаемые коллеги. Все подключились, все зарегистрировались, явка у нас 100%, поэтому, наверное, мы начинаем, да? Леонид Антонович, начинаем? Так, есть еще одна минута, мы подождем со Щетининым, заминка возникла. А, хорошо. Одну минуту позволите, Лилиан Валерьевна? Да-да-да, ждем, конечно, ждем. Да, спасибо, спасибо. Ну, пока мы ждем, скажу, что к нам никто не обратился, никто не попросил, чтобы его подключили в плане сторонних. Ну, Ирина Андреевна Кочеткова – это кафедра, да, это кафедра. Вот, и другие, я имею в виду сторонних других людей, никто никак, к нам никакие не поступали. Понятно. Да, никто не изъявил желания. Это понятно. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, получилось у него? Да, он просто перепутал и стал на Тимсе подключаться. Сейчас подключится. Ну, тогда я начну. Сейчас подключиться последний, и тогда у нас будет кворум, и тогда мы начнем заседание нашего диссертационного совета
и это будет протокол номер один. Я давно не вел заседание с протоколом номер один. Это интересно. Так, где же этот Евгений Юрьевич? Прошу прощения, коллеги. О, господин Щетинин появился на экране. Это замечательно. Мы можем его лицезреть. Значит, отныне все члены диссертационного совета... Все семь человек. Сам соискатель и все оппоненты имеются в наличии. Это действительно большая радость лично для меня. Спасибо всем пришедшим. Лилиана Валерьевна, можно начинать, да? Запись включена? Конечно, да, начинаем. Да. Здравствуйте, коллеги. Заседание разового диссертационного совета РДС 2022.001 от 8 декабря 2020 года, протокол номер один. Начинаем. Утвержденный состав совета 7 человек, присутствует 7, в том числе... 7 докторов по профилю рассматриваемой диссертации. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защита диссертации Василюка Игоря Петровича «Модели и алгоритмы поддержки управления информационными процессами и системами вуза по его рейтинговым показателям». Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-13-17 «Теоретические основы информатики». Научный руководитель, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятностей Российского университета Дружбы народов Самойлов Константин Евгеньевич. Нет ли возражений по повестке дня? Нету? Нет. В таком случае приступаем к рассмотрению. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет Дружбы народов. Официальные оппоненты: доктор технических наук Вишневский Владимир Миронович, доктор технических наук Степанов Сергей Николаевич и доктор физико-математических наук Орлов Юрий Николаевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется секретарю разового диссертационного совета. Прошу вас, Лилиана Валерьевна. Спасибо большое. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Хочу объявить, что разовый диссертационный совет у нас создавался под конкретную защиту диссертации Василюка Игоря Петровича. Была проведена... процедура, в соответствии с которой рассмотрен, был объявлен конкурс на кандидаты членов разового диссертационного совета. В результате было предложено первоначально 6 докторам наук стать членами диссертационного совета. Мы получили положительное согласие и вышел приказ приказ от 15 октября номер 43 ДС, в соответствии с которым был утвержден состав диссертационного совета, утверждена рассылка
реестр рассылки автореферата диссертации, назначены официальные оппоненты и назначена дата. В соответствии с техническими сложностями у нас дополнительно был введен еще один член диссертационного совета, а также перенесена дата защиты на сегодняшний день, на 8 число. И было принято, что мы проводим в дистанционном формате. Теперь это то, что касается создания диссертационного совета. Теперь в диссертационный совет, вернее, в ДАНК поступили данные от Игоря Петровича, личный листок по учету кадров, справка из отдела управления подготовки кадров высшей квалификации о прикреплении Игоря Петровича в качестве прикрепленного лица. Также имеется список публикаций Игоря Петровича, документы о высшем образовании, копия, заверенная нотариально, диплома государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского государственного технического университета «Станкин», который он закончил в 2005 году. Также имеется справка о сдаче кандидатских экзаменов, отзыв научного руководителя, заключение диссертационного совета. Теперь несколько слов хочу сказать об Игоре Петровиче, значит, о личные его данные. Соискатель Василюк Игорь Петрович, 1956 года рождения. В 1984 году окончил университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Имеет второе высшее образование. Московский государственный технический университет «Станкин» по специальности инженер-программист. С 2006 года доцент кафедры и теории международных отношений Российского университета дружбы народов. С 2004 года начальник управления информационно-технологического обеспечения телекоммуникационных и слаботочных систем РУДН. С 2005 года член комиссии по информатизации РУДН и член комиссии по безопасности РУДН. Ну, как уже говорилось, диссертация была выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук Российского университета дружбы народов. У меня все, спасибо. А, нет, не все, извините, еще одна вещь. Было получено положительное заключение экспертной комиссии факультета физико-математических и естественных наук с рекомендацией к защите, вдобавок к заключению кафедры. Угу. Спасибо, Лилиан Валерьевна. Будут ли вопросы в связи с оглашением документов? Если вопросов нет, то слово предоставляется соискателю для доклада. Прошу вас, Игорь Петрович. Спасибо. Добрый день, уважаемый председатель, уважаемый член Дистанционного совета. Вашему вниманию представляется диссертация на тему модели алгоритма поддержки управления дистанционным... Простите, я плохо слышу. Вашему вниманию представляется Спасибо. Диссертация на тему модели и алгоритмы поддержки управления информационными процессами, системами вуза по его рейтинговым показателям. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН под руководством заведующего кафедры профессора Самойлова Константина Евгеньевича. Последние десятилетия реформы российской высшей школы требуют от университета все более серьезного отношения к своему рейтинговому положению, напрямую устанавливая зависимость между хорошими рейтинговыми показателями университетов и вероятностью приема наиболее сильных абитуриентов, привлечения лучших преподавателей и перспективных научных работников. Высокие рейтинговые места университетов обеспечивают им конкурентоспособность и дают возможность привлечения дополнительных инвестиций. Исходя из вышесказанного, можно считать актуальной задачу анализа существующих и разработки новых моделей алгоритмов для количественной оценки, ранжирование и прогнозирование комплексных показателей деятельности вузов с целью повышения конкурентоспособности как в отечественных, так и в международных рейтинговых системах. С
целью исследования является повышение эффективности и качества управления университетом путем разработки моделей и алгоритмом принятия управленческих решений по комплексным рейтинговым показателям. Для достижения цели исследований были поставлены решены задачи, которые могут быть объединены в группы, представленные на слайде. Основные положения, содержащие научную новизну, представлены на этом слайде. Решаемые в работе задачи ранее не ставились и не решались в комплексном контексте для отечественных вузов. Далее приведены объекты и предметы исследования. Положения, выносимые на защиту, содержат решения по всем поставленным задачам. Основные положения диссертационного исследования отражены в 33 публикациях, из них 3 публикации в изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus, и 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты диссертационного исследования апробированы на 19 научно-технических конференциях, а также научных семинарах на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Получено 3 свидетельства о регистрации программ ДЭВМ, 2 акта о внедрении результатов диссертационной работы. Из поставленных целей и задач диссертационного исследования вытекает ее структура. Диссертационная работа содержит 4 главы. Первая глава посвящена исследованию методов, средств и проблем оценки деятельности вузов в рейтинговых системах, а также задачам управления этими сложными социально-экономическими системами. В главе 1 мы сформулировали задачи исследования и дальнейших разработок. Далее разработаны математические модели и алгоритмы кластеризации, ранжирования и прогнозирования рейтингового положения вуза. Третья глава содержит исследование моделей рейтинговых показателей управления комплексной безопасностью вуза. В заключительной четвертой главе представлена разработка инструментария для управления рейтинговыми показателями вуза и методика его использования. В рамках анализа предметной области для постановки задач исследования были рассмотрены примеры мирового опыта наиболее эффективного управления университетом. В частности, в книге «The Road to Academic Excellence. Дорога к академическому совершенству» авторы Филипп Альбач и Джамиль Салми на основе рассмотрения наиболее успешных примеров создания университетов мирового класса УМК выделяются основные факторы, влияющие на успешность университета, то есть высокая концентрация талантов среди штата университета и студентов, обильное финансирование для новых исследований, благоприятная система управления, необремененная бюрократической волокитой, позволяющая развиваться в университете. Высокие показатели по этим трем основным группам факторов в своем пересечении представляют исследовательские университеты мирового класса. В рамках анализа предметной области были исследованы зарубежные рейтинговые системы в сфере образования и науки. Такие системы имеют многолетнюю историю, однако, несмотря на существенно накопленный опыт, каждая из них обладает своими недостатками в силу объективных причин и не может быть использована напрямую для оценки деятельности отечественных вузов. Кроме того, очевидно, что зарубежные рейтинги не могут учесть особенности исторических традиций российской системы высшего образования, не позволяют опираться на лучшие достижения отечественных ведущих университетов. Данное местоположение российских университетов в топ-400 рейтингов можно иллюстрировать представлением в рейтинге Times Higher Education World University Ranking. Например, с 2010 по 2016 год в этот список входили 7 российских вузов, причем высшее место 161-е, в разное время 161-е место занимал МГУ имени Ломоносова. Одной из важнейших управленческих функций является решение проблем, связанных с автоматизацией управления вузами. Было проведено исследование существующих систем автоматизации управления рейтинговыми оценками отечественных вузов, показавшее, что задачи выявления проблем управления и поддержки принятия решений существующими системами решаются не в полной мере. В то же время, в соответствии с указом президента Российской Федерации номер 599 о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки, в 2012 году был разработан план развития ведущих университетов России, где в частности была поставлена задача, цитата, «вхождения к 2020 году не менее 5 российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов». Конец цитаты. Постановлением правительства Российской Федерации
2013 году был утвержден план мероприятий по повышению глобальной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, так называемый проект 5100. Все это обусловило необходимость решения задач анализа и разработки показателей, моделей и алгоритмов ранжирования и прогнозирования рейтингового показателя, рейтингового положения вуза, которому посвящена вторая глава исследования. Для нахождения наиболее значимых показателей, влияющих на рейтинговое положение вуза, в диссертационной работе был применен комбинированный подход. Он заключается в разработке набора моделей алгоритмов для оценки показателей по определенным уровням и группам процессов вуза, позволяющих оказывать влияние на итоговые значения показателей, от которых зависит рост общего рейтинга. В частности, была разработана модель оценки значимых рейтинговых показателей образовательных процессов вуза с использованием сетей Петри. Для этого нам было необходимо проанализировать формализованную структуру учебного процесса как непрерывного, динамического, детерминированного процесса с жестко ограниченными ресурсами, содержащими элементы, представленные на слайде. Разработанная модель легла в основу создания алгоритмов управления учебным процессом. Учебный процесс содержит повторение одних и тех же воздействий на студента до тех пор, пока не будут сформированы необходимые компетенции. Алгоритмы процесса освоения дисциплины одним студентом и всей учебной группы представлены на слайде. Сам обучающий математически был представлен как автомат с определенным конечным набором состояний. Состояние автомата определяется внешними воздействиями. Однако заметим, что для автомата можно рассматривать только последовательные переходы состояний. Такая модель не может быть в полной мере использована для описания учебного процесса, поскольку студент изучает дисциплины не только последовательно, но и параллельно. Причем успеваемость по этим дисциплинам одного и того же обучающегося может быть различной. Все переходы из одного состояния в другое имеют не нулевую временную протяженность. Поэтому, опять же, был использован аппарат моделирования учебного процесса на основе аппарата сети Петри. Каждому определенному состоянию процесса обучения в соответствии была поставлена определенная позиция сети. Разработанную модель предлагается использовать в качестве алгоритма функционирования интеллектуального модуля информационной системы для поддержки управления рейтинговыми показателями, касающимися уровня образовательного процесса. Далее, для выявления ключевых рейтинговых показателей для рейтинга вуза в целом мы перешли на следующий уровень процессов управления, процессов деятельности структурных подразделений вуза. Для решения поставленных задач был разработан алгоритм оценки эффективности работы кафедр вуза для управления его рейтинговыми показателями. Использованы показатели методик, актуальные для РУДН, представлены в трех основных группах. Это показатели, сформированные на основе данных формы 1 мониторинга Минобрнауки. Второе – это показатели, сформированные на основе данных результативности программы 5100 по постановлению правительства Российской Федерации. Третье – это показатели, сформированные на основе данных ведущих мировых рейтинговых систем QS World University Rankings. Для описания деятельности кафедр были отобраны 25 показателей, однако в результате анализа мультиколлинеарности из дальнейшего рассмотрения были исключены ряд показателей. Методом медиана был сформирован рейтинг кафедр, представленный на слайде, это обобщенный показатель. Предложенная классификация структурных подразделений и перспективный прогноз могут быть использованы при создании модуля управленческой информационной системы для формирования рейтинговой оценки деятельности университета в целом. Одной из важнейших управленческих функций университета является прогнозирование основных рейтинговых показателей и оценок. Для решения этой задачи была применена нейросетевая компьютерная модель для системы поддержки принятия решений руководителями вузов. Данная модель представлена на слайде. Поскольку количество анализируемых факторов достаточно велико, для снижения размерности многомерных данных был использован факторный анализ, который позволил выявить взаимосвязи между рассматриваемыми факторами и уменьшить число параметров для расчета. Для создания нейросети был произведен корреляционный анализ факторов, результатом которого стала нейросеть. Применяемым методом расчета корреляции являлся метод определение коэффициента корреляции Пирсона, с помощью которого можно установить частоту связи между независимыми переменными. В результате корреляционного анализа выявлены три показателя, имеющие низкое влияние на выходную переменную. Переходим к третьей главе диссертации. В диссертационном исследовании существенная роль отведена
исследованием проблем комплексной безопасности вузов. Важнейший вклад в укрепление конкурентоспособности современных университетов вносит показатели комплексной безопасности. Поэтому в качестве следующего уровня управления рейтинговыми показателями вуза мы выбрали уровень управления комплексной безопасности. Реальными источниками угроз безопасности университета могут являться как внешние, так и внутренние, как правило, в большей даже степени факторы. Исследуя комплексную безопасность вуза, необходимо выделить внешние и внутренние угрозы, оценить риск возникновения опасности, классифицировать виды угроз и рисков, оценить риски возможной реализации и преодоления каждой опасности. Алгоритм функционирования системы управления комплексной безопасностью вуза предполагает, что потоки информации от элементов системы поступают на входы функциональных блоков только после предварительной проверки на соответствие требованиям безопасности и при наличии необходимых ресурсов. Здесь мы опять применяем парад степени 3. При разработке модели обязательным условием являлась согласованность и преемственность отдельных блоков алгоритма. Графически это выражается в том, что внутренние входные и выходные стрелки отражаются на дочерних блоках, как внешние стрелки. Для моделирования перехода системы управления показателями безопасности вуза из одного состояния в другое, в графе выбираются пути от первого этапа в заключительные, от корня к листьям. Каждому пути соответствует определенный набор операций. Используя теорию графов, можно найти оптимальный путь, который будет соответствовать наилучшему набору решений и действий для системы управления комплексной безопасностью вуза. Были смоделированы и реализованы с использованием аппарата сетей Петри сценарии управления системой комплексной безопасности вуза. Получены численные характеристики, используемые при разработке имитационной модели системы управления. Примеры исходных данных расчетов представлены на слайде. В рамках создания инструментальных средств управления рейтинговыми показателями вуза в заключительной главе диссертации была создана модель, разработанная информационная система управления рейтинговыми показателями вуза на примере РУДН. Применен процессный подход, и на данном слайде показаны основные процессы, влияющие на рейтинговые показатели вуза, связи этих процессов. Далее представлены разработанные алгоритмы, схемы процессов функционирования информационной системы управления рейтингом вуза и информационная модель базы данных информационной системы управления рейтингом вуза. Переходим к основным практическим результатам диссертационного исследования по разработке информационной системы и методике управления рейтинговыми показателями вуза. Этому посвящена глава 4. Отметим, что в РУДН данная система разработана средствами платформы 1С. На данном слайде представлены результаты разработки информационной системы. На следующих 4 слайдах приведены основные фазы методики применения информационной системы управления рейтинговыми показателями вуза, начиная с запуска платформы 1С. Для краткости доклада мы не комментируем основные фазы, достаточной степени детализации, описанные в диссертационном исследовании. На данном слайде приведены экранные формы компьютерной реализации информационной системы. И на этом слайде показаны экранные формы примеров отчета о результатах расчета рейтинга вуза. Переходим к выводам. Практическая значимость работы представлена на слайде. Это разработанные алгоритмы и модели, а также инструментальные средства. Эти средства могут быть рекомендованы для повышения эффективности управления рейтинговыми показателями высших учебных заведений. Результаты работы были внедрены и подтверждены актами о использовании результатов исследований, прилагаемых в диссертации. И следующий слайд. На данном слайде представлены основные полученные результаты, которые отражены в автореферате, которые я позволю себе не зачитывать. Все поставленные задачи диссертационной работы были решены полностью, и цели исследования достигнуты. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Спасибо, Игорь Петрович. Какие вопросы имеются к соискателю? Имеются? Если нет, то я задам вопрос. Скажите, пожалуйста,
Какой конкретно инструмент нейросетевой модели был взят за основу в вашем исследовании? Конкретно мы брали дедактор. Это... А еще раз, чуть громче. Дедактор. Да, спасибо. С чем был связан выбор? Могу пояснить. Это наиболее разработанная архитектура для использования. Спасибо. Еще вопросы имеются? Да, Михаил Дмитриевич, я вижу вас. Спасибо. Алло. Сейчас, минуту терпения. Я хотел задать такой вопрос. Какие методы формального описания бизнес-процессов, кроме сетей P3, использованы в диссертации? Спасибо. Использованы нотации IDFO, IDF 0, IDF, также BPMN, вот, ER-диаграммы у вас были построены. Спасибо. Михаил Дмитриевич, вы удовлетворены? Да, спасибо. Еще вопросы имеются? Так, по чату не вижу. И если вопросов нету, то по регламенту мы можем устроить технический перерыв, если на то будет воля хотя бы одного человека. Если все согласны с тем, что мы можем продолжить без перерыва, то я продолжу. Нет возражений? Нет, в таком случае слово предоставляется научному руководителю соискателя Самойлову Константину Евгеньевичу. Пожалуйста. Спасибо, коллеги. Ну, я расскажу историю этой работы. Константин Евгеньевич, чуть ближе к микрофону. Коллеги, я расскажу коротко историю этой работы. Кнопочку нажать надо на микрофоне. Не слышно. Так слышно, коллеги? Ага. Да, так слышно. Спасибо. Ну, я истрачу некоторое ваше время, небольшое, на то, чтобы рассказать историю этой работы. Как она... Опять перестали слышать. Давайте я пересяду к другому микрофону. Так нормально? Сейчас нормально. Хорошо. Ну, значит, примерно года три примерно назад, да, я обсуждал с Игорем Петровичем, он начинал реализовывать свои диссертационные исследования в университете. Вот, его работу, собственно, внутри университета по созданию информационных систем университета я очень хорошо знаю. Вот. И у него много достаточно публикованных работ, он про это говорил. И когда мы разбирались с его работами, как организовать это исследование, ну, в том числе, например, возник вопрос, а что сделать с его работами по комплексной безопасности высшего учебного заведения. Ну, коллеги, вы должны понимать, что это вопрос не по информационной безопасности, а безопасность комплексная, да, ну, например, это все системы видеонаблюдения, все системы пожарной безопасности. Ну, к примеру, вам говорю, еще другие системы, которые обеспечивают нормальное функционирование университета как предприятия. Да? Ну, включая в том числе и остальные все вопросы. Ну, когда со мной я работаю с соискателями, давайте так говорить, с учениками, это обычно аспиранты, да, я не предпочитаю никогда из диссертации не изымать из исследования тот кусок, который имеет отношение к теме диссертационной работы. Это вот результаты, которые были сформулированы в главе 2. Тем более, что вопросы комплексной безопасности самым серьезным образом влияют на рейтинг вуза. Ну, вторая причина, почему я взялся за эту работу и руководить этой работой, ну, потому что я очень хорошо знаю аналогичные вещи, имею в этой области публикации по управлению информационными системами в телекоммуникационной отрасли. И вот эти все этапы создания этих информационных систем в том числе отражены вот в этой диссертационной работе. Все абсолютно этапы. Да?
ну, во-первых, определены цели и задачи, тогда мы сконцентрировались, сейчас это особенно острый вопрос для университета, это управление его рейтинговыми показателями. Только поймите, коллеги, диссертация не носит, как сказать, да, спекулятивный характер в хорошем смысле этого слова. Она не направлена на то, чтобы поднять рейтинг университета дружбы народов до топ-100 мирового. А это исследуется вопрос и создается система, которая способна отвечать на эти вопросы. Вот, собственно говоря, в чем состоит цель исследований. Начиная от предварительных разработок и заканчивая самой диссертационной работой. И вот эти все этапы в докладе, в коротком, были Игорем Петровичем представлены. Были представлены. Выбран был математический аппарат, он достаточно понятный в данном случае. К сети Петри это известный аппарат. Он не дает возможности давать аналитические оценки, но с помощью аналитических методов исследовать эффективность бизнес-процессов вообще очень тяжелая задача. А сети Петри, как правило, во-первых, дают возможность строить хорошие математические модели, вот, вероятностные, вот, которые дают возможность в динамике описывать модели бизнес-процессов. Ну, а во-вторых, для них существует целый ряд доступных, с помощью которых можно проводить этот анализ. То есть, как бы первый этап – это теоретический. Вот о чем здесь говорил в диссертационной работе Игорь Петрович на первом этапе. А дальше возникают два стандартных этапа при определенных целях. Ну, во-первых, нужно отсортировать сами показатели. Для этого вот, современные методы машинного обучения на базе нейронных сетей были применены. Но опять не было у нас с ним самоцели такой, чтобы там, развивать именно нейронные сети именно для того, чтобы повышать рейтинги вузов. Отнюдь. Это был инструментарий, который приводил нас к конкретной цели, ну, вот в рамках этого диссертационного исследования. Ну и дальше сама начинается, собственно, реализация. Она была показана. Но в реализации два основных этапа. Они известны специалистам. Один этап, собственно, сам анализ бизнес-процесса. Это вот в аннотации BPMN это было представлено. И вторая часть – это построение информационной модели данных. Как правило, это на языке, ну, на одном из языков делается унифицированное моделирование, в данном случае язык UML. Диаграмма классов была приведена на одном из слайдов вот этой информационной модели. Вот, а после этого начинается реализация. Ну, я вам хочу сказать следующее. Это вот характеризует ученика тоже, да, ну, Игоря Петровича. Вообще им лично сделан большой очень вклад в создание информационных систем университета. Я лет 5 назад очень скептически относился к тому, что информационная система университета строится на базе системы 1Z. Но потом выяснилось, да, что в итоге к нам в университет ездят на консультации о том, как реализована эта система. Вот эти системы, которые представляют теперь интерес для вот задач, которые решаются в диссертационном исследовании. И я очень уважаю людей, которые занимаются как исследование диссертационное. Не трогай, а то сейчас собьются провода. Тут у меня контакта какого-то нет. Вот Игорь Петрович прошел все эти этапы. Прошел, ну, достаточно тяжело. За последние 3 года я поздно подключился там по целому ряду обстоятельств, просто как научный руководитель. Ну, на кафедре работа была оценена. На кафедре у нас вот присутствует Ирина Андреевна Кочеткова. Думаю, что она скажет пару слов. Она у нас читает просто курсы регулярные в магистратуре по вот этим вот системам информационным, по информационным методикам, по нотациям моделирования, по картам процессам деятельности, правда, телекоммуникационных компаний, а не предприятий типа там образовательного. Ну, вот. И кафедра положительно отнеслась также к этой работе. Вот. И еще раз подчеркиваю, конечно, что вот я к себе примеряю, я бы не взялся такую работу вообще делать. Да? И это положительно характеризует Игорь Петрович, потому что вот разобраться во всем этом и изложить, используя современное, в общем-то, состояние вопроса, используя современные подходы к построению таких систем, это может только человек очень настойчивый, с большим желанием, а это основная характеристика для человека, который занимается научными исследованиями. Ну, всем напомню, что мы слушаем диссертацию по техническим наукам. Это для этого коллектива не совсем всегда как бы характерно, но у нас достаточно докторов технических наук.
которые сидят, слушают эту диссертационную работу. И цель действительно достигнута. То есть целью не является развитие новых методов построения информационных систем, это программирование, хотя в котором он занимается, а это построение решения конкретной управленческой задачи на базе технических систем. Ну, в паспорте специальность теоретические основы информатики соответствующие пункты существуют, что экспертная комиссия, собственно, проверила. Вот, ну, поэтому вот как бы по совокупности всех этих вопросов, которые я вам изложил, понимая глубоко сложность вопросов по реализации подобного рода систем, несколько слайдов были показаны, в диссертационной работе описано, я поддержал Игоря Петровича, да, считаю, что вообще его личный вклад просто в создание информационных систем университета очень велик, он при этом, будучи руководителем такого среднего звена, да, тут нарушений у нас никаких нет, хорошо очень в этих вопросах разбирается, все опубликовал, вот он честно отработал, будучи прикрепленным к кафедре, как соискатель и работая вместе со мной, как с научным консультантом, ну вот дошел до этой защиты сегодня. Я считаю, что он достоин той степени, которую мы сегодня будем рассматривать по специальности 05-13-17 технических наук, технических наук. Ну и обращаюсь к членам совета поддержать эту работу. Все, спасибо большое, коллеги. Спасибо, Константин Евгеньевич. Вопросы к научному руководителю имеются? Пожалуйста. Нет, вопросов нет. В таком случае слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и автореферат, предоставляется секретарю диссертационного совета. Пожалуйста, Лилиана Валерьевна. Итак, в диссертационный совет поступило заключение Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета дружбы народов на основании решения, принятого на заседании кафедры прикладной информатики и теории вероятностей факультета физико-математических и естественных наук РУДН. Данное заключение утверждено первым проректором, проректором по научной работе, доктором медицинских наук, профессором, член-корреспондентом РАН Костиным Андреем Александровичем. Заключение подписано председательствующим на заседании, профессором кафедры прикладной информатики и теории вероятности, доктором физико-математических наук, доцентом Гайдамакой. В заключении говорится, что в диссертационной работе Василюка Игоря Петровича имеются методы анализа и управления деятельности вуза с целью повышения его рейтинговых показателей, преимущественно в международных рейтингах. Разрабатывается модель системы управления ключевыми показателями, наиболее эффективно воздействующими на качество деятельности вуза в целом. Комплексный анализ процессов деятельности некоторых российских университетов позволил разработать математические модели ранжирования, основных показателей деятельности отдельных структурных подразделений университета в целом. Модели и алгоритмы для управления рейтинговыми показателями комплексной безопасности университета в целях повышения его конкурентоспособности, методику управления рейтинговыми показателями и алгоритмы воздействия информационных управленческих потоков в системе поддержки принятия решений. Наиболее значимым научным результатом, полученным Василюком Игорем Петровичем в диссертации, следует отнести следующее. Выявлены методы, средства и факторы, наиболее существенно влияющие на повышение конкурентоспособности вуза в отечественных и зарубежных рейтинговых системах. Модернизированы и разработаны новые математические методы и методы ранжирования основных показателей деятельности университета. Разработаны модели и методы для управления рейтинговыми показателями комплексной безопасности вуза. Разработана информационная модель системы управления рейтинговыми показателями вуза на примере РУДН и построены алгоритмы распределения информационных управленческих потоков в рассматриваемой системе поддержки принятия решений. Разработаны функциональные требования и модели базы данных для дальнейшей реализации и апробации системы управления рейтинговыми показателями вуза, эффективного инструмента поддержки принятия управленческих решений для повышения конкурентоспособности университета в отечественных и зарубежных рейтинговых системах. Личное участие соискателя в полученных результатах и изложенных в диссертации состоит в осуществлении анализа существующих методов, средств и проблем оценки информационных процессов деятельности университетов в отечественных и зарубежных рейтинговых системах по критерию их влияния на повышение конкурентоспособности вуза. Анализ и развитие методов и моделей для
кластеризации, ранжирования и прогнозирования рейтингового положения вузов, разработки новые информационные и математических моделей, ранжирование основных показателей деятельности университета и его подразделений, анализы и разработки моделей и методов для управления информационными процессами и системами комплексной безопасности университета, разработки информационной модели системы управления рейтинговыми показателями вуза на примере Российского университета дружбы народов и построение алгоритмов распределения информационных управленческих потоков в разрабатываемой системе поддержки принятия решений, разработки моделей для базы данных для информационной системы поддержки принятия управленческих решений и реализовать информационную систему управления рейтинговыми показателями вуза. Также здесь указана степень достоверности проведенных исследований, новизна проведенных исследований, теоретическая и практическая значимость проведенных исследований. Далее сказано о том, что специальность, которой соответствует диссертация, 05-13-17, теоретические основы информатики, соответствует полной мере и соответствует пункту 1 исследования, в том числе с помощью средств вычислительной техники информационных процессов, информационных потребностей коллективных и индивидуальных пользователей. Пункт 2. Исследование информационных структур, разработка и анализ моделей информационных процессов и структур. И пункт 16. Общие принципы организации телекоммуникационных систем и оценки их эффективности. Разработка научных принципов организации информационных служб по отраслям народного хозяйства, изучение социально-экономических аспектов информатизации и компьютеризации общества. Также говорится о том, что полнота изложений у соискателя имеется 32 печатные работы, в том числе две публикации выполнены в изданиях, индексированных в международной базе Scopus, 7 статей представлены в изданиях, которые включены в перечень рекомендован ВАК и РУДН. И на основании всего перечисленного принято заключение на заседании кафедры прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук. Присутствовало 37 человек, проголосовали за 37, против нет, воздержались нет. Протокол номер 0220-19-04/02. Также поступили в диссертационный совет, поступили отзывы на автореферат Василюка Игоря Петровича от профессора кафедры теории вероятности, теории и математической статистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования, Национальный исследовательский Томский государственный университет, от доктора физико-математических наук, профессора Моисеевой Светланы Петровны, полностью положительный. Отмечены только следующие недостатки. По тексту автореферата уместно отметить следующие недостатки. В автореферате недостаточно приведено описание программного комплекса, разработанного автором, и из текста автореферата не ясны перспективы дальнейшего развития и внедрения предложенных соискателем моделей. Однако сказано, что указанные замечания не уменьшают общее благоприятное впечатление от работы и ее значимости. И Светлана Петровна считает, что диссертационная работа Василюка Игоря Петровича на тему модели и алгоритмы поддержки управления информационными процессами и системами вуза и его рейтинговыми показателями соответствует требованию пункта 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней Российского университета дружбы народов, утвержденного советом, ученым советом РУДН, протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года, и заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-13-17 «Теоретические основы математики». Также поступил автореферат отзыв на автореферат от директора по науке компании «Протей Спецтехника», доктора технических наук, старшего научного сотрудника Соколова, в котором он также положительно отзывается о диссертационной работе.
считает, что автореферат в полной мере раскрывает цели исследований, научную новизну и практическую ценность полученных результатов. Основные положения, выносимые на защиту, соответствуют теме диссертации и решают сформулированные задачи исследования. К недостаткам работы следует отнести слишком широкий выбор программного инструментария с частично перекрывающимися функционалом. Этот недостаток не снижает положительные оценки, и по мнению Соколова, Игорь Петрович достоин присуждения ученой степени кандидата технических наук по уже указанной специальности. Еще пришел отзыв на автореферат и диссертацию от старшего научного сотрудника лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований, кандидата физико-математических наук Стрельцовой Ольги Ивановны. Здесь также отмечается, что в диссертационной работе решена актуальная научная проблема, имеющая большое значение для управления рейтинговыми показателями вуза. Теоретические результаты работы целесообразно использовать для дальнейших исследований в области информатизации бизнес-процессов, а также при чтении вузовских лекционных курсов, связанных с формальными языками моделирования. И также говорится о том, что он достоин присуждения ученой степени кандидата технических наук по озвученной специальности. И последний отзыв на автореферат и диссертацию поступил от члена диссертационного совета Кучерявого. Простите. Нет, это однофамилец. Это однофамилец, да? Хорошо. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонд-Бруевича, кафедра сетей связи и передачи информации, заведующий доктор технических наук Кучерявый Андрей Евгеньевич. Здесь также говорится о том, что положительный отзыв, замечания отсутствуют. Работа Игоря Петровича не представляется очень интересной по следующим причинам. В диссертации акцент делается на применении методов моделирования бизнес-процессов. В методическом плане целью диссертационного исследования Василюка Игоря Петровича является повышение эффективности и качества управления информационными процессами и системами университета путем разработки новых информационных моделей и алгоритмов принятия управленческих решений по комплексным рейтинговым показателям. Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие основные задачи. Осуществлен анализ существующих методов, средств и проблем оценки информационных процессов, деятельности университетов в отечественных и зарубежных рейтинговых системах по критерию их влияния на повышение конкурентоспособности вуза. Проанализированы и развиты методы и модели для кластеризации, ранжирования и прогнозирования рейтингового положения вуза. Разработаны новые информационные и математические модели ранжирования основных показателей деятельности университета и его подразделений. Все это присутствует в автореферате наряду с очень приличным списком публикаций автора по теме диссертации и конференции, на которых диссертант делал доклады. Поэтому полагаю, что диссертация Василюка Игоря Петровича удовлетворяет всем требованиям пункта 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым советом РУДН, протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук. А ее автор Василюк Игорь Петрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 03-13-17 «Теоретические основы информатики». У меня все. Спасибо большое. Слово для ответа на замечание предоставляется соискателю. Игорь Петрович. Спасибо. Спасибо. Хотел бы прокомментировать отзыв, полученный от профессора Моисеева, где говорится, что в автореферате недостаточно приведено описание программного комплекса, разработанного автором. Это вызвано скорее ограниченностью объема автореферата. По сути, это является еще одним модулем в платформе 1С.
Вот. И второе замечание из текста автореферата: не ясны перспективы дальнейшего развития и внедрения предложенных соискательных моделей. Здесь модели создавались не ради теоретических исследований, а для практического применения для университетов, для университетов в общем и для РУДН в частности. Следующий отзыв, который я хотел прокомментировать, это отзыв, полученный от доктора технических наук Соколова Николая Александровича, где он говорит, что слишком широкий выбор программного инструментария. Согласен, но мне хотелось каждой задаче применить наиболее адекватный, по моему мнению, программный подход. Все, по-моему. Да? Все? Да. Спасибо. Спасибо. Вопросы к соискателю по его ответам на замечания имеются? Если нет, то переходим к заслушиванию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору технических наук Вишневскому Владимиру Мироновичу. Пожалуйста, Владимир Мироныч. Еще раз добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Диссертация Василюка Игоря Петровича посвящена, на мой взгляд, важнейшим и актуальным вопросам моделирования информационных процессов в высших учебных заведениях. В последние десятилетия реформы российской высшей школы требуют от университетов значительного внимания к своему рейтинговому положению. Высокие рейтинговые места университетов обеспечивают им конкурентоспособность и, соответственно, дают возможность привлечения дополнительных инвестиций. Одновременно с этим все более актуальными становятся задачи информатизации процессов управления и основной деятельности высших учебных заведений с использованием новейших инфокоммуникационных технологий. В связи с этим тема диссертационной, ну, той диссертации, которую мы заслушали, посвященная анализу и разработке модели и алгоритм поддержки управления информационными процессами и системами вуза по его рейтинговым показателям, является весьма актуальной. Далее я очень кратко остановлюсь на содержании работы. Более полное описание содержания приведено в моем официальном отзыве. Да и соискатель весьма подробно изложил содержание диссертационной работы в своем выступлении. Диссертационная работа состоит из введения 4 глав, заключения, списка литературы и приложений. Основные результаты диссертации достаточно полно, на мой взгляд, отражены в 32 печатных работах. В первой главе диссертации проведен анализ особенностей оценки деятельности российских вузов на современном этапе формирования высшей школы. Проведен также сравнительный анализ разных подходов при расчете рейтинга образовательных организаций. Вторая глава посвящена построению методов и моделей для кластеризации, ранжирования и прогнозирования рейтингового положения вуза и его структурных подразделений. Проведен обзор существующих методов и моделей управления рейтинговыми показателями университетов, разработана и исследована интересная, достаточно новая модель оценки значимости рейтинговых показателей в вузе с использованием сетей Петри. В третьей главе выделены категории вузов по формам и особенностям организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, сформулированы проблемы управления комплексной безопасностью вуза, классификация и возможные угрозы. Наконец, в четвертой главе для решения проблемы автоматизации в части рейтинговой оценки деятельности вуза выполнен анализ основных процессов по формированию и прогнозированию рейтинга на примере вот такой крупной образовательной организации, как РУДН. На основе функциональной модели разработана диаграмма вариантов использования информационной системы управления рейтинговыми показателями вуза. Ну и в заключении сформулированы основные результаты диссертации.
Обоснованность полученных результатов подтверждается достаточно строгими математическими методами теории вероятности, математической статистики, системного анализа и также имитационного моделирования. Достоверность результатов диссертации исследования также подтверждена успешной практической реализацией разработанных моделей и алгоритмов и апробацией на целом ряде научно-технических конференций. Научная новизна работы определяется полученными результатами, а именно новой моделью ранжирования основных показателей деятельности отдельных структурных подразделений вуза и университета в целом. Кроме того, новыми являются также модели и методы для управления информационными процессами и системами комплексной безопасности. Практическая значимость диссертации состоит в том, что разработанная информационная модель системы управления рейтинговыми показателями вуза и разработанные алгоритмы распределения информационных процессов системы поддержки принятия решений были сделаны на примере конкретной крупной образовательной организации, какой является Университет Дружбы Народов. Ну, далее зачитаю недостатки, которые отмечены были при чтении работы. Первое. В главе 2 построена нейросетевая модель для исследования рейтинговых показателей и факторов РУДН. Соискатель, на мой взгляд, достаточно поверхностно описал процесс создания нейросети, при этом опущена мотивировка выбора конкретной нейросетевой архитектуры. По-моему, это же замечание было сделано в одном из отзывов. Было бы интересно получить более подробное обоснование и, возможно, сравнительный анализ применимости разных нейросетевых архитектур, ну, прямо непосредственно в рассматриваемой такой задачи. Второе замечание. В главе 3 приводится алгоритм формирования ленты достижимости для сети Петри. Однако в работе отсутствует описание теоретической сложности разработанного алгоритма. Это же весьма важно, так сказать, тем более при программной реализации. Ни в диссертации, ни в автореферате не дана ссылка на репозиторий с созданием, созданным в рамках выполнения диссертационной работы программного кода. Это тоже замечание, по-моему, было, так сказать, в одном из отзывов. Ну и, наконец, имеется, как обычно, целый ряд редакционных замечаний. Это характерно для любой диссертационной работы. Как все недостатки, это общее положительное впечатление от работы не снижает. В целом диссертационное исследование Василяка Игоря Петровича представляет собой законченное научное исследование, содержащее решение актуальной задачи информатизации процессов управления и основной деятельности высших учебных заведений. Содержание диссертации в полной мере соответствует специальности 05-13-17 «Теоретические основы информатики по техническим наукам». Результаты имеют теоретическую и практическую значимость. Автореферат полностью отражает содержание диссертационной работы. Работа написана технически грамотно, на достаточно высоком теоретическом уровне. Ну и окончательный вывод такой. Диссертация Василька Игоря Петровича на тему модели и алгоритмы поддержки управления информационными процессами системами вуза по его рейтинговым показателям удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям технических наук, согласно положению о присуждении ученых степеней Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет Дружбы Народов, а ее автор Василюк Игорь Петрович заслуживает присуждения ему искомой степени по специальности 05-13-17 «Теоретические основы информатики». Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Миронович. Вопросы к оппоненту имеются? Если нет, то я попрошу соискателя ответить на замечания. Спасибо. Согласен с замечаниями официального оппонента.
оппоненту. Спасибо, Владимир Миронович. Отвечу особо по нейросетям. Исследование выступало скорее как демонстрация возможностей и оправданности применения нейросетевого подхода для такого рода задач. Была использована классическая модель нейросети, представляющая собой скрытый слой с двумя нейронами. Ограничивающим фактором при данном исследовании является недостаток данных, потому что нейронные сети эффективно работают при большом объеме данных. Но, как я уже упоминал, что бралось ПО-дедактор, который является узкоспециализированным ПО, работающим именно с числовыми данными. Вот такой вот ПО выбирался. Спасибо. Владимир Миронович, вы удовлетворены? Вполне, да. Спасибо. Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору технических наук Степанову Сергею Николаевичу. Прошу вас. Добрый день. Уважаемые члены диссертационного совета, я не буду подробно останавливаться на характеристике содержания работы. Она имеется в письменном отзыве, с должной полнотой прозвучала в докладе соискателя, была отражена в выступлении первого оппонента. Ну, также понятна и актуальность тематики, выбранной соискателем и его научным руководителем. Мы живем, с одной стороны, в эпоху развития цифровых технологий, а с другой – в период возрастания значимости качественного высшего образования. Такое состояние дел ведет к росту конкуренции вузов. Раз есть конкуренция, значит, есть необходимость ранжирования позиций вузов на рынке получения знаний. Ранжирование выполняется на основе численной информации, характеризующей деятельность вуза. Численная информация добывается с использованием математических моделей, методов их анализа. Современный вуз – весьма сложный организм, деятельность его многогранна. Жизнь часто вносит коррективы в его работу, поэтому формализация его работы требует постоянно учета новых факторов и, соответственно, адаптации имеющихся методик ранжирования под новые реалии деятельности вуза. Вот решению соответствующих задач была посвящена диссертационная работа Бачелюка Игоря Петровича, что говорит об актуальности рассматриваемой работы. Говоря о новизне полученных результатов, я бы отметил использование сети Петри для описания образовательного процесса вуза. Построенная модель учитывает человеческий фактор, что очень важно, и это дает возможность эффективно планировать процесс обучения студентов и описывать сам образовательный процесс. Давая общую характеристику полученным результатам, необходимо отметить, что построена в работе новая модель ранжирования основных показателей деятельности отдельных структурных подразделений вуза и университета в целом применима для отечественных и зарубежных высших учебных заведений, ну, например, для РУДН. Ну, кроме того, новыми являются модели и методы для управления информационными процессами, системами комплексной безопасности. Результаты, полученные в диссертационной работе, имеют теоретическую и практическую значимость. Теоретическая значимость заключается в создании моделей и методов для управления информационными процессами и системами комплексной безопасности вуза. Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная информационная модель системы управления рейтингами и показателями вуза и разработанные алгоритмы поддержки принятия решений были сделаны на примере РУДН, имеет соответствующее программное обеспечение, которое его поддерживает. Значит, эти результаты могут применяться и в других вузах. Ну, о замечаниях по диссертационной работе. Ну, три замечания я, значит, нашел и сейчас их оглашу. В разделе 2.3 анализ показателей оценки эффективности структурных подразделений университета выполняется на основе регрессионного анализа. А модель для исследования рейтинговых показателей факторов РУДН выполнена на основе нейросетевого подхода. Однако обоснование выбора методики машинного обучения для каждого случая отсутствует. Соискателю следовало бы провести обоснование такого выбора. В главе 4 соискателям проведена разработка информационной модели системы управления показателями вуза на основе комбинации IDF0 и IDF. А реализация модели функционирования информационной системы определения рейтинга вуза была выполнена с применением стандарта моделирования бизнес-процессов BPMN. Соискателю следовало бы обосновать использование разных нотаций
области применимости которых сильно пересекаются. Ну и для, так сказать, для полноты изложения материала и обоснования его в резюме после каждой главы следовало бы указать опубликованную работу автора, которая содержит результаты, представленные в главе. Ну, понятно, отмеченные недостатки не снижают научную ценность полученной в диссертационной работе результатов. И общее заключение по работе Василюка следующее. Диссертационная работа, модели алгоритма поддержки управления информационными процессами и системами вуза по его рейтинговым показателям представляет собой законченное научное исследование, содержащее решение актуальной задачи информатизации процессов управления основной деятельности высших учебных заведений с использованием новейших инфокоммуникационных технологий и защищенных информационных систем и платформ. Содержание диссертации в полной мере соответствует области исследования, которые носят название «Исследование информационных структур, разработка и анализ моделей информационных процессов и структур». Специальности 05-13-17, теоретические основы информатики по техническим наукам. Результаты работы имеют теоретическую и практическую значимость, об этом я уже говорил, в достаточной степени апробированы, своевременно опубликованы, в том числе и в изданиях из перечня РУДН. Автореферат правильно и в достаточной мере отражает содержание диссертационной работы. Ну и окончательный вывод следующий. Считаю, что диссертационная работа Василюка Игоря Петровича на тему модели алгоритма поддержки управления информационными процессами и системами вуза по его рейтинговым показателям является законченной научно-квалификационной работой, удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям по техническим наукам, согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученых степеней Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Российского университета дружбы народов, утвержденным ученым советом РУДН, протокол 12 от 23.09.19 года, а ее автор Василюк Игорь Петрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-13-17 теоретические основы информатики. У меня все. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Вопросы к оппоненту имеются? Нет. В таком случае, Игорь Петрович, ответьте, пожалуйста, на замечание. Спасибо. Полностью согласен с замечанием официального оппонента. Я прокомментирую первое и второе особенно. Первое я уже... Здесь пересекающиеся замечания по поводу нейросетей и выбор той или иной архитектуры нейросети уже мной пояснен, что это узкопрофилированное ПО, которое работает именно с числовыми данными. Поэтому, конечно, хотелось показать в первую очередь подход и возможность применимости нейронных сетей для подобных задач. Кроме того, нейронные сети получили распространение для задач, как входные данные, для которых плохо формализуемы. Именно к таким задачам я бы и отнес исследование рейтинговых показателей и факторов. И второе замечание, что касается нотации. Конечно, я полностью согласен, что данные нотации во многом взаимозаменяемые, но следует учитывать практику применения данных нотаций. Исторически сформировались в области применения каждой из нотаций, и я как старался придерживаться этих соглашений. И в резюме после каждой главы следовало указать полный. Да, конечно, полностью согласен с этим замечанием. Спасибо. Спасибо. Вы удовлетворены, Сергей Николаевич? Вполне. Спасибо. Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору физико-математических наук Орлову Юрию Николаевичу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну, конечно, диссертация, представленная нам на суд, является, безусловно, актуальной. И результаты ее практически значимы, как мы понимаем, исходя из того, что повышается роль информатизации в процессах управления вузами как таковыми организациями. И тем не менее, я бы вот хотел отметить несколько другой аспект диссертации, который имеет еще одну прикладную ценность, а именно, если... Вот автор использовал свои нейросетевые новые технологии, именно вот свой новый метод для анализа рейтинговой системы, то хотя применительно к вузам большая часть рейтинговых агентств имеет прозрачную схему установления
этих рангов, то во многих других областях, в промышленности, в банковской сфере и ряде других, рейтинговые агентства имеют скрытые правила образования рейтингов. И в этой связи с помощью данного метода, который развивал оппонент, можно попытаться было бы решить обратную задачу. А именно, наблюдая за данными траекториями рейтингов тех или иных организаций и понимая, какие данные использовались, понять, какова была структура установления этого рейтинга через, собственно, какова была модель. Вот создание такой системы, в сущности, на что и была направлена работа соискателя, она представляет большую важность и имеет перспективное развитие. Ну, в части замечаний я скажу следующее. Вот, конечно, общая оценка, как я уже сказал, диссертации, безусловно, положительная. Но вот когда, допустим, автор в первой главе строил классификацию рейтинговых систем, полезно было бы ее расширить именно вот с точки зрения, о которой я говорил, и рассмотреть более сложные методы построения классификаций, в частности, иерархическую классификацию полезно было бы рассмотреть, не только фасетную. Во второй главе модель оценки значимости рейтинговых показателей вуза строится на технологии имитационного моделирования. Ну вот, было бы полезно сравнить полученные автором результаты с другими моделями, так называемыми моделями, построенными из первых принципов, и они бы позволили решить задачу без применения имитационного моделирования. Это вот вопрос, не пытался ли соискатель сделать такое. Ну и третье замечание состоит, собственно, к применению нейросетевой модели для исследования рейтинговых показателей факторов РУДН. Вот насколько эффективна данная модель применительно к данному конкретному вузу в сравнении с другими альтернативными моделями? Вот критерии эффективности отсутствуют в диссертации. Однако, конечно, замечания не снижают научную ценность полученных результатов. И я перехожу к официальной части отзыва к заключению. Результаты, конечно, имеют теоретическую и практическую значимость, а диссертационная работа Василюка «Модели и алгоритмы поддержки управления информационными процессами и системами вуза по его рейтинговым показателям» представляет собой законченное научное исследование, содержащее решение актуальной задачи информатизации процесса управления и соответствует области исследования информационных структур, разработка и анализ моделей информационных процессов по специальности 05-13-17 «Теоретические основы информатики по техническим наукам». Ну, достоверность, значит, результатов подтверждена практической реализацией. А сама, значит, диссертация удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидат технических наук, согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней. А ее автор Василюк Игорь Петрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидат технических наук по специальности 05-13-17 «Теоретические основы информатики». Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич. Вопросы к оппоненту имеются? Если нет, то, Игорь Петрович, попрошу вас ответить на замечания. Спасибо. Спасибо, уважаемый официальный оппонент. Полностью согласен с замечаниями, но отмечу, что по поводу фасетной классификации рейтинговых систем. Иерархическая классификация, конечно, более фундаментальна, но нужно учитывать, что иерархическая классификация – это последний, как бы, предпоследний шаг таксономии. И для построения таксономии область исследования должна быть хорошо математически формализована. А как мы говорили уже и раньше, я говорил, что некоторые входные данные плохо формализуемы. Вот, поэтому для развивающихся областей знания фасетная классификация, которая приводится, это она является более адекватным инструментом исследования.
И я бы на последнее замечание, опять же, по нейросетевой модели для среднего рейтинга показателей факторов РУДН. Это чем она эффективна для РУДН? Конечно, я согласен с этим замечанием, но в данном случае применение нейросетевой модели является больше доказательством концепции. И, конечно, это решение будет разрабатываться. Я тоже, и было уже замечание, что по программному коду, что данное решение практически закончено. Оно может применяться уже практически. Спасибо. Спасибо. Вы удовлетворены, Юрий Николаевич? Да, вполне, спасибо. В таком случае перейдем к дискуссии. Имеются ли желающие выступить по заслуженной диссертации? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Можно ли выступить? Да, Ирина Андреевна, пожалуйста, прошу вас. Да, спасибо. Кочеткова Ирина Андреевна, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности. Уважаемый член диссертационного совета, я знакома с работой Игоря Петровича Василюка и присутствовала на научном семинаре на заседании кафедры прикладной информатики и теории вероятности, где Игорь Петрович докладывал результаты своего исследования. И в своем выступлении я хотела бы остановиться на результатах 4 главы. И, как уже отметил в своем выступлении научный руководитель соискателя, я читаю дисциплины в бакалавриате и магистратуре по тематике моделирования бизнес-процессов, нотациях описания, а также типовой карты бизнес-процессов и соответствующей информационной модели. В своей работе Игорь Петрович корректно использовал широкий спектр нотаций и описания бизнес-процессов и соответствующих информационных моделей. Это и семейство нотаций IDEF, включая IDEF-0 для функционального моделирования, IDEF-3 для детального описания последовательных действий в процессе, IDEF-1X для моделирования информационных потоков внутри системы. В нотации UML описаны диаграммы классов информационной модели, варианты использования. При помощи специфичной для области бизнес-процессов нотации BPMN написан набор бизнес-процессов по использованию разработанной соискателем информационной системы. Еще раз отмечу, что все правила описания бизнес-процессов и информационной модели соблюдены. И в заключение отмечу, что с удовольствием бы воспользовалась бы материалами 4 главы диссертации Игоря Петровича для читаемых мною дисциплин по бизнес-процессам в магистратуре, как удачный пример кейс-стади комплексного применения разнообразного пула нотаций. И завершая свое выступление, прошу членов диссертационного совета поддержать диссертацию. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Андреевна. Еще есть желающие? Да, Дмитрий Сергеевич, да, если я не ошибаюсь. Прошу вас. Да, Дмитрий Сергеевич. Чем мне понятна диссертация? На самом деле, современные, какие они современные, они древние подходы, но со временем событий что-то меняется. Дмитрий Сергеевич, простите, пожалуйста, вас они... плохо слышно. У вас что-то с микрофоном? Плохо слышно. Ой, так. Вот сейчас так, хорошо. Вот так вот. Я вот в этом положении буду сидеть. Да, не шевелись. Вот так, не шевелись. Тут именно синергетический эффект дает. Во-первых, это у нас системный подход. Во-вторых, подход, который я тоже пропагандирую, мультимодельный подход. И третье, использование... для инженерных плохо определенных задач не математических моделей, которые, ну, честно скажем, в этой области слабо развиты, а имитационного подхода, который при современной развитии компьютерной техники дает очень хорошие и, главное, повторяющиеся результаты при описании таких сложных и систем. Поэтому я совсем энтузиазмом... Не дергайте головой, Дмитрий Сергеевич. Я совсем энтузиазмом поддерживаю данную работу. Спасибо большое.
Кто еще желает выступить в дискуссии? Осталось нам председателю два слова сказать. Нас так мало в этом диссертационном совете, что деваться некуда. А еще бы одного выступающего бы нужно было. Не расслышал? Леонид Антонович, осталось только председателю сказать веское слово. Все, кто мог, выступил. Членов совета мало. Константин Евгеньевич, все присутствующие товарищи, господа, коллеги. Работа замечательная, работник замечательный и руководитель у него замечательный. Так что я поддерживаю тремя руками и работу, и защиту, и призываю поддержать соискателя. И поскольку я был заключающим выступающим, то слово для заключительного слова предоставляется соискателю. Игорь Петрович, прошу вас. Уважаемые коллеги, благодарю вас за высокую оценку работы, которую я выполнил под руководством заведующего кафедрой прикладной информатики и теории вероятности РУДН профессора Самойлова Константина Евгеньевича. Спасибо за замечания, которые я обязательно учту в дальнейшей своей деятельности. Обязательно будем развивать это направление вместе с Константином Евгеньевичем. И спасибо за еще раз за высокую оценку моей работы. Благодарю. Спасибо. Спасибо, Игорь Петрович. Теперь нам нужно провести перерыв для проведения обсуждения результатов защиты и голосования. Для этого все, кроме членов диссертационного совета, должны перейти в соседний кабинет. Как это делается, я сказать не могу, может быть, кто-то подскажет. Нам сейчас подскажут техническая служба, они переведут, чтобы остались только члены диссертационного совета. Оставить только членов совета, 7 человек. И, естественно, Лилиану Валерьевну. Все? Нет еще? Да, всех убрали. Да. Господа, оставшиеся члены диссертационного совета. Если позволите, я вас опрошу поименно, кто за то, чтобы поддержать. Итак, Кулябов Дмитрий Сергеевич. Да. Да. Самойлов Константин Евгеньевич. За, хотя я не слышу. Далее. Кучерявый Евгений Александрович. Евгений Андреевич. За. Простите. Да. Степанов Сергей Николаевич. Степанов Сергей Николаевич. Не слышно. Включите, пожалуйста, камеру. Не камеру, микрофон. Микрофон, простите. Сергей Николаевич, ваше слово. А я член совета, точно? Да, да, да. А, ну тогда я заканчиваю. Мне кажется, спасибо. Просто оппонент. Спасибо. Нет, вы двояки. В двух лицах. Хорошо, Евгений Юрьевич, ваше мнение. Микрофон включите, пожалуйста. Алло. Да, поддерживаю. Спасибо. Михаил Дмитриевич, ваше мнение. Поддерживаю. Спасибо. Ну и Севастьянов Леонид Антонович тоже поддерживает. Итого, решение принято единогласно. После этого нам следует принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения вы могли посмотреть, имеются ли дополнения и изменения. Я вижу Михаила Дмитриевича. Да, слушаю вас. Не слышно. Микрофон. Кажется, что нет соответствия пунктов паспорта специальности в заключении. А это было в одном из отзывов. Я думаю, что нужно просто перенести этот абзац. Так,
Соответствие пунктам паспорта специальности в заключение не вносится. Нет, сейчас уже вносится. Мы внесем, все хорошо. Спасибо большое, Михаил Дмитриевич, спасибо большое, Дмитрий Сергеевич, спасибо большое, Лилиана Валерьевна. Еще замечания имеются? У меня экран закрыт, я не вижу, поэтому подавайте голос. Нет замечаний. Нет замечаний. Если замечаний нету, то прошу проголосовать окончательный текст заключения. Кто за? Итак, Дмитрий Сергеевич. За. Константин Евгеньевич. За. За. Евгений Андреевич. За. Спасибо. Сергей Николаевич. Да, за. Спасибо. Евгений Юрьевич. За. Михаил Дмитриевич. За. Спасибо. И Леонид Антонович тоже за. Итак, принято единогласно. Теперь можно вызывать, наверное. Да. Да, всех участников я попрошу занять свои места в здешнем кабинете. Но самое главное, соискатель на месте, он услышит заключение, и поэтому можно оглашать. Диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, представленная Василюком Игорем Петровичем, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи разработки системы управления информационными процессами и системами вуза по его рейтинговым показателям. Работа отвечает всем требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-13-17 «Теоретические основы информатики» согласно пункту 2.2 раздела 1 с положения о присуждении ученых степеней Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым советом РУДН в протоколе номер 12 от 23 сентября 2019 года. На основании голосования Василюку Игорю Петровичу присуждается ученая степень кандидата технических наук по специальности 05-13-17 «Теоретические основы информатики». Протокольный вопрос. Имеются ли у присутствующих замечания по ведению заседания? Если замечаний нету, то позвольте мне от вашего имени поздравить Игоря Петровича с успешной защитой диссертации. Повестка текущего заседания исчерпана. Участники заседания могут переходить к приватным поздравлениям героя дня. Всем спасибо, большое спасибо. Лилиана Валерьевна, мы можем выключаться? Да, спасибо большое. Спасибо за участие, спасибо вам всем большое. Спасибо, до свидания. Большое, до свидания. До свидания. До свидания.